Лена Мира, известная язвительными постами о знаменитостях в своем блоге, прокомментировала расставание Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. Немного времени прошло после того, как Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов шокировали общественность новостью о своем расставании. Как Лена Мира, известный скандальный блогер, вновь затронула эту тему в посте на своей странице в соцсетях, где прокомментировала смену имиджа Бузовой после расставания. Ранее Мира уже писала о разрыве отношений Бузова и Тарасова, обвинив в нем телеведущую Ксению Бородину. На этот раз блогер прокомментировала выход Ольги Бузовой на конкурсе красоты в Санкт-Петербурге, где телезвезда дала напутствие участницам. Лена Мира назвала Бузову «половой тряпкой», которая раньше спала со всеми подряд, будучи нетрезвой, а теперь надеется, что ей поможет унылый свет волос. Затем она добавила, что футболист Тарасов, как и любой мужчина, не захочет такую женщину, которая будет все терпеть, лишь бы он был рядом. Также Мира заявила и о том, что Ольга уже не молодая и некрасивая, и никому в жизни больше не нужна. Да, интересно, что ей сделала Ольга Бузова, чтобы про нее так говорить? За это можно и в суд подать за публичное оскорбление. А что вы думаете об этой ситуации? Поделитесь своим мнением в комментариях. На сегодня все. Пишите ваши комментарии, ставьте лайк, делитесь с друзьями и подписывайтесь. Всем пока!